Вместо традиционной процедуры защиты выпускных квалификационных работ – дистанционный формат. Студенты Казанского федерального университета нововведение не пугает. Общаться с преподавателем онлайн без проблем они могут на площадке Microsoft Teams. Так, выпускник актуального направления подготовки нанотехнологии и микросистемная техника Института физики КФУ Заитов Ментимир проводил работу по изучению технологии, которая в будущем поможет снизить лучевую нагрузку на пациента и врача. Вторая работа тоже чрезвычайно интересная, связана с новыми веществами для дозиметрии. Это означает, что компьютерная томография, медицинская диагностика, они получат новые совершенно, или могут получить новые вещества, которые позволят снизить лучевую нагрузку как на пациентов, так и на врачей и увеличить, вообще говоря, точность вот этих диагностических исследований, которые там есть. Проводить исследования студенты могут в дистанционном формате. Не выходя из дома, они имеют возможность запрограммировать устройство и получить данные. Для этого созданы все необходимые условия. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.